Агентам грозит опасность. Вас поняла, я почти на месте. Уже и спокойно. Не получится тихо и спокойно. Я вхожу. Уходим. Ты с ума сошла? Я получала признание. Она пыталась убить. АБР. Детектив. Высокое содержание моноксида углерода, серы и кислорода. Возможно, она бы... Читал что-нибудь? Я придерживаюсь нигилизма. Правда? Тогда тебе это не понадобится. Боже мой, что вы делаете? Пошли, быстро. Отпустите меня. У меня нет времени на ОБР. Извини, девочка, у меня приказ. Боже мой, это он. Стоять. Не с места. Прочь с пути. Кэм, за вами нет хвоста? Пока не знаю. Стой здесь. Угол 32. Он заводится только от ген-кода хозяина. При остальных попытках система отключается на 30 секунд. У меня нет на это времени. Тесс, успокойся. Ладно. Позвольте мне объяснить. Менее чем через сутки здесь появится черная дыра. Цветочный магазин? Мы точно не ошиблись. Адрес тот. Запах роз чувствуется еще на улице. Это не розы, это гвоздики. Мне все равно, что это. У нас нет времени. Тесс, успокойся, все будет хорошо. Я спокойна. Это какая-то ошибка. Она сказала, что мы встречаемся с... Нам надо поговорить. Лидеры государств съедутся на международный энергетический саммит в следующее воскресенье. Я это понимаю. Мы будем здесь ходить весь день или что? Ты всегда столько болтаешь. Подожди здесь. Я сказала, ты покупатель. Покупатель? Чего? Усиленных ротвейлеров. Слали, чтобы... Эй, ты! Куда-то собрался? Чего тебе от меня надо? Я ищу мангуста. Кого? Мы говорили о нем в прошлый раз. Помнишь? Я ушел от него, ясно? Все в прошлом. Теперь я работаю с другими людьми. Боже. Похоже, больно. Ты не можешь этого делать. Ты же из ОБР. Прости, у меня сегодня отгул. Какую работу? Убийство для тебя пустяк?
Когда это касается меня, это инстинктивно, выживает сильнейший. Как это по-дарвински? Если мы закончили придираться, я хочу посмотреть, как эта штука работает. Что, прямо здесь? Это настоящая бомба, ты же не будешь взрывать ее посредине улицы. Нам нужно уединенное место. Так, смотри внимательно, у нас мало времени. Если пришел с еще одной на... Кого ты сражаешься? Ты найдешь МБ на мотоцикле. Естественно, тебе понадобится... Кэм, у меня новости о твоем брате Кейне.